Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям, Лич. Ты готов начать ритуал призыва? Почти. Я дочитываю книгу Метила. Это просто невероятно. Об одних только демонах он знал практически все. Подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступай! Приветствую вас, ребята, на канале Euro League Online. С вами Росси, и мы заканчиваем прохождение за нежить. Последняя глава, Пылающее небо, и нам нужно удержать защиту Калтузада, пока он будет производить призыв Архимонда. Так, что у нас есть по войскам? Наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Великолепно. Мы найдем им достойное применение. Хорошо. Чего желает мой повелитель? Да свершится предназначение. Сразу заняться строительством небольшим. Твоя воля исполнится. Да, повелитель. Потому что валить будут со всех сторон. Повелитель. Дракардос. Будь осторожен. Давай склад. Не надейся на быструю гоблинских мин. Я жажду служить. Это понятно. Где вы жаждете? Так, ни хрена у нас еще не исследовано, я вижу. Никто не смеет мне приказывать. Ребят, вы реально решили со мной драться. Ты узнаешь, что такое боль. Сейчас придется мне эти мины все установить. Ледяная скорбь жаждет крови. Призыв завершен. Недостаточно места. Так призыв лучше. Завершен. А, призыв завершен. Призыв завершен. Давайте здесь поставим секураты. Твоя воля исполнится. Защищайте Келтузада любой ценой. Ритуал не должен прерваться. Да не прерываться. Не переживает и так. Свершится предначек. Говори. Апартаменты что? Наконец-то. Не веришь? Говори. Склоняюсь перед твоей волей. Давай. Больше зиккуратов стройте, блядь, они. Перед моей волей склоняйтесь. Чего желает мой повелитель? Есть такое дело. Рудник, наверное, мне пригодится. Ну что еще? Призыв завершен. Так-то лучше. Ледяная скорбь жаждет крови. Призыв завершен. На случай, если эти разбойники пробьются. Призыв завершен. Наконец. Третьим. Призыв завершен. Есть. Газу еще за минами. Ставь. Склоняюсь перед твоей волей. Нужно больше золота. Да будет вам золото. Твоя призыв вам будет. Завершен. Я уже по золоту уже просил, обалдеть как. Призыв завершен. Картес. Говори. Мины. А, наконец-то. Угу. Точно, что наконец-то. Так, тут заминировали, тут уже напали на нас. Вперед. Жуки, не тупим. Наши войска готовы. Улучшение завершено. Жуки справятся, если жал я. Заминирую тут подход. Хотя тут база, вряд ли кто-то не будет проходить. Можно здесь покидать. Так-то лучше. Так. Вот тут. Наконец-то.
Наконец-то. Наши войска атакованы. К примеру, где-то здесь. Ледяная скорбь жаждет крови. Есть такое дело, так вы немножко отбитая, я вас полечу. Ледяная скорбь. Сбегаю сюда. Крови. Я жажду служить. Да, повелитель. О, вперед сюда. Исполню с радостью. Давай, 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 давай. И есть. Моя воля исполнится. Удиви меня. Ты будешь вызывать. Улучшение завершено. Так, а тут еще есть он его всякий источник силы. Хилка наша будет там. На нашу базу напали. Так сразу. А! Даже так. Блядство. Я извиняюсь за свой французский. Вперед туда. Воздушные войска, неподходящая цель. Пламя легиона озаряет небо. Барьер между мирами ослабевает. Легион послал нам на помощь гончих скверны. Они в твоем распоряжении, рыцарь смерти. Никто не смеет мне приказывать. Это хорошо. Так-то лучше. Что они в моем распоряжении. Исследование. О, все. Свидание завершено, теперь сможем валять им по бороде. Гончая смерть. Пока здесь собирайтесь, что я могу сказать. Не убили всех моих рабочих. Это было обидно. Так. Так. Кстати, а где Сильвана пропала? Мне бы она сейчас не помешала. Так, Артмен, давай. Трусливое создание. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Проклятые ждут приказов. Жизнь занерзула. Жуки, возвращайтесь сюда. Улучшение завершено. Проклятые ждут приказов. Золота не хватает. Всего не хватает. Ужас. Вообще, по-хорошему, мне бы собрать какой-то отряд быстрого реагирования, назовем его. Говори. Исследование завершено. Что вы там, полечились? Считаем, что полечились. Так, у меня здесь нету ни этого, блин, ни бойни, ни хрена нема. Где прольется моя кровь? Хотя должна быть. Есть. Нету костяного двора. Да свершится предначертанное. Угу. Чего желает мой повелитель? Жизнь занерзула. На всякий случай поставлю здесь пару экзекураторов, чтобы не повторилась прошлая история. Твоя воля исполнится. Я жажду служить. 22 минуты, но сейчас они как попрут, так попрут. Ты поймай, дружочек. Я помешаю. Сбили. Склоняюсь перед твоей волей. Чиним. Я жажду служить. Тут строй. Тут да, еще построй. Чего желает мой повелитель? Призыв завершен. Назови сюда. Предначертанное. Призыв завершен. Все, хотя бы уже пару у нас. Есть. Некромантов бы сюда парочку. Банш. Нужно больше золота. Больше золота, конечно, конечно. Чем вы там занимаетесь? Где мой золото? Завершен. Завершен. Где прольется моя кровь? Еще зипура. Исследование завершено. Да, повелитель.
Твоя помощь уменьшится. Погнали. Тьма зовет меня. Призыв завершен. Наконец-то. Удиви меня. Никто не смеет мне приказывать. Улучшение завершено. А, наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Собираемся все там нахилим. Ты увидишь все. И не нахрена здесь. Так, я теперь понял, почему у меня были лишние рабочие. Призыв завершен. Течение. Я буду твоими глазами. Патрулируй. Исследование завершено. Легион послал нам на помощь гончих скверны. Угу. Они в твоем распоряжении, рыцарь смерти. Хорошо. Так, это отряд один. Ты в него не влез, поэтому иди сюда, будешь с ними в отряде в одном. Пару поганищ хотелось бы. Хотя бы одно. Я понял вас. Улучшение завершено. Вот так вот. Я один вперед. На нашу базу напали. Угу. Мертвые ждут. Я следую зову тьмы. Тут же танки поехали. Никто не уйдет живым. На нашу базу напали. Трепещите, враги плети. Наши войска атакованы. Все нормально. Все живы. Так-то лучше. На силу. Какова воля тьмы? Интересно. Так, поганище уже одно готово. Даже пару драконов у нас будет. Так что все не так плохо. Ребята. Никто не смеет мне приказывать. Какова воля тьмы? Идите на всякий случай. Подлечитесь. Мертвые ждут. Так, поганище. Не надо. Улучшим урон горгулей и пауков. Пауков у нас много. По большому счету, нам главное держать оборону, и даже когда уже все будет плохо, а гарантия все будет плохо, нам платимся просто вокруг Зеда и будем до последней минуты биться. Ну, знаете, на всякий случай все же я сделаю здесь склеп, свершится предначертанное, в котором на всякий случай мы можем. Исследование завершено. Строить. Склоняюсь перед твоей волей. Давай. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Я жажду служить. Этот. Где нам там разбили? Здесь на башню разбили. С радостью. Да, тогда. Исследование завершено. Так, тут у нас это в зоне действия первого отряда. О твоих страданиях сложат легенды. Наконец. Ты узнаешь, до последнего, блин. Лупят. Ледяная скорбь. Наконец-то. Такое дело назад. Призыв завершен. Второй отряд есть. Призыв завершен. Где прольется моя кровь? На базу напали. Везде. Никто не смеет мне приказывать. Тут что-то одни и те же налетают. Ледяная скорбь жаждет крови. Призыв завершен. Наши войска атакованы. Наконец-то. Я думала, пауки их не словят.
Хорошо. Так, а во втором отряде есть паук? Один. Чайно, блядь. Что он там один? Улучшение завершено. Призыв завершен. Склоняюсь перед твоей волей. Исследование завершено. Тут мне не нравится вообще. Повелитель. И вот здесь еще один зиккурат можно поставить. Да свершится предначертанное. Ай-яй-яй, там вообще, блин. Давай, газуй. Это два. И вы ближе. Ловить этих. Улучшение завершено. Банши почти убили, убили. Тьма ведет. Банши меня. Убили. Интересно. Я дружочек, мы тебя с тобой забираем. Во второй отряд. Так, второй отряд хиляться. На помощь гончих скверны. Первый сюда. Они в твоем распоряжении, рыцарь смерти. Так, надо третий отряд делать, бо я уже не успеваю все охватывать. Завершен. Не успеваю. Нужно больше золота. Вот отряд три. Второй отряд у нас лечится. Первый здесь. Занерзула. Да, повелитель. Грубо говоря, один будет тут стоять, один здесь, один здесь. Тьма зовет меня. Будь осторожен. Так, второй отряд. Готов? Интересно. Да. Первый. Да, ну, что сюда еще? Пока встанет. Ага. Не надейся на быструю смерть. Ледяная скорбь жаждет крови. Трусливое создание. За короля Лича. О твоих страданиях сложат легенды. Ты узнаешь. Давайте, давайте. Не надейся на быструю смерть. Призыв завершен. Есть. Так, первый лучше. Сюда. Второй здесь стоит. Третий. Готов. Идите сюда. Пять. Даже не дают отхиляться толком. Молодцы. 13 минут осталось. Наконец-то. Есть. Пока есть передышка вперед. Чего желает мой повелитель? Я жажду. Я слушать. Желаю, чтобы ты пошел починил декорат. Будь осторожнее. Так, вторые на месте, третьи на месте. Ждут. Хотел сказать, что там должен был быть дракон, но я же вспомнил, что мне не хватило на него денег. Мясо одно лишнее осталось. Это да. Мы устали ждать. Так, это второй отряд. Ну, кстати, на всякий случай, ребят. Никто не уйдет. Припишите враги плети. Есть. Второй идет вселяться. Первый идет с нами. Скорбь жаждет. Склоняюсь перед твоей волей. На четвертый я уже просто никого не соберу. Мало. Может, мне, конечно, еще подкинут гончих. Было бы неплохо. Чего желает мой повелитель? Что там, Килтузет, у тебя хоть все получается. Так, второй отряд уже отхилялся. Тьма ведет меня.
Вот все отряды у меня. Никто не смеет мне приказывать. Удиви меня. Ну что еще? Ждем. Где прольется? В принципе, все, что я хотел сделать, я сделал. Да свершится предначертанное. Что ты хочешь увидеть? Улучшение завершено. Почему? Что здесь? Посмотрим. Верно. Не заметили. На нашу базу напали. Отряд один. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. Блин, хорошо так напали. А, наконец-то. Ой, инферналы пошли. Наконец-то. Могучие инферналы пришли нам на помощь. Веди их в бой, рыцарь смерти. Инфернал. Ладно. Никто не стремкнёте к отряду один. Так-то лучше. Какова воля, будь осторожен. Подожди, вы будете это 4. Шите, прогуляемся. Могучий инфернал. Наш рудник почти истощился. Я понимаю. Исследование завершено. Что здесь у нас? Ого. Я вас понял, уходим. Ну что еще? Вот как раз-то инфернал останется, они пойдут в отряд один. Исследование завершено. Идите, пока поселяйтесь. Лучше б мне гонщик дали. Не, ну в принципе это все бы богадельню можно было бы развалить, но... Но-но. Интересно. А чё вы сюда летите? Припишите враги плети! Умри! За короля Лича! Я следую зову тьмы! Так, терминалы там уже хильнулись? Да, хорошо. Да, тогда. Так вот, все это богадельню можно было бы развалить, в принципе. Говори. Но. У меня-то задача охранять, я охраняю. Рыцарей запугаю. Два пацана моих нормальных, таких спортивных, сейчас пойдут с ними разберутся. Если успеют, конечно. Им повезло, что они просто рассыпались. Ты увидишь все. Исследование завершено. Наконец-то. Привет. Так-то лучше. Еще идут. Бывает. Жуков моих валят. Заткните этого уже пенсионера Галимова. Идите, лечитесь. Да, милорд. Будет исполнено. В чем проблема? Не так быстро. А, они неуязвимы.
Тебе нужна моя помощь? Жизнь за Нерзула. Рассыпались. Кто-то у нас выпал с нашего отряда бравого. Какой-то один боец. Склоняюсь. Ладно, все на нихрена не делайте, идите, хоть чините тогда. Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Нельзя такую брешь в обороне оставлять, я считаю. Так-то лучше. На нашу базу напали! Какова воля тьмы? Вперед, настало ваше время. А то у меня отряд 3 скучал. Тяжело, они танки пробивают. Теперь ради эксперимента. А, наконец-то. Ого. Трусливое создание. За короля меча. Я понял, возвращаемся. Хотя. Мертвые ждут. Пока. А ладно, я уже вернулся. Посмотрите на эту мразь. Ледяная скорбь жаждет крови. Тьма ведет меня. Ну давайте драться. Умри, узнаешь, что такое боль. Так-то лучше. Улучшение совершено. Приказывайте. Моя армия просто тут застряла, не может пройти до своего количества. Так, армия 2. Да, можно было бы смело идти им бить мордяки. Никто не уйдет живым. Я следую зову тьмы. Тьма ведет меня. Ой, я на него опять балдал. Все забываю, что это баф, а не дебаф. Наконец-то. Мертвые ждут. А, вы стройки. Тьма ведет меня. Интересно. Мертвые служат тебе. Умри. Ты смотри, что мне делают, а? Я следую зову тьмы. Короче, они тут идут. Три казармы, да, тут они идут бесконечным потоком, так что можно отходить назад. Но зато мы теперь можем построить драконов. Час победы уже близок.
Пошли. Ледяная скорбь жаждет крови. Решил кто-то туда надо побить сразу. Удиви меня. Нашу базу напали. Наши войска атакованы. Так, это да. Я сюда. Давайте сейчас массово кого-нибудь туда делайте. Блин, и сейчас, когда надо, меня нету. Три секунды. Сволочи, кто-то зада убивают. Держись, мужик. Держись. 8 секунд. Карта срыгнет. 4, 3, 2, 1. Есть. Трепещите, смертные! Погибель пришла в этот мир! Ты хорошо поработал, Лич. Мой план полностью осуществился. Владыка Архимонт, все приготовления завершены. Хорошо, Тихондрий. Король Лич мне больше не нужен. Отныне плетью будут командовать повелители ужаса. Как пожелаете, господин. Вторжение скоро начнется, но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Сжечь их город дотла, чтобы о нем не осталось даже воспоминаний. Это что, шутка? Что будет с нами? Терпение, юный рыцарь смерти. Король Лич предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Как-то так, ребята, но это было очень потненько. Rakas, Ikula.
Ланора, Морданос Мелар, Иламур Нофалос Када. Вот так вот, ребятки, 33 минуты мы призвали Архимонда, он разрушил Далран, и король Лич больше не удел. На этом мы закончили кампанию Плети, кампанию Нежити, кто хочет, так и называет. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. А возможно, мы в будущем встретимся с вами в кампании Орды. Вторжение на Гримдор. Всем пока и до скорых встреч.